Не догнали соперников. Сегодня в своем первом контрольном матче на учебно-тренировочных сборах в Кемерове СКА «Уральский Трубник» проиграл новосибирскому «Сибсельмашу». Первый тайм 2-2 закончили. Игра такая обоюдоострая была. И у соперника моменты были, у нас моменты были. А второй тайм тоже вроде начали активно. Но завершили тайм иначе. После перерыва трубники пропустили еще дважды, а позже не использовали несколько выгодных моментов. Правда, в ходе игры три гола первоуральцам все же удалось отквитать. Но этих усилий оказалось недостаточно. Итоговый результат 7-5 в пользу новосибирцев. В ближайшую субботу эти же команды сыграют еще раз на том же месте.